Всем еще раз привет. Всем доброй ночи. Так, кто там? Кто там? Спортик, привет. Я читаю у вас то, что у вас происходит. Ты с лица просто снимай, выдыхай, выпускай. Я же работаю, не переживайте. О, я так боялась, что вы меня не найдете. Подышим, да? Я вас не вижу почему-то. Да? Я вас слышу, но я вас не вижу. А я вас вижу и слышу. Видите? Я понял. Нет. Вы выйдите еще раз, давайте я вас позову. Да, только не говорите, ладно? Ага, давайте давай. Я быстренько. Ага. Игорь, спасибо вам огромное, мне так стало легче, хорошо, круто. Мы видим ее, у меня не было почему-то ее на экране. Вот, вот она еще раз. Купидари. О, круто. Привет, привет. Здрасте, я сейчас... Как вас зовут? Асель меня зовут. Асель, вы из какого города? А? Из Астаны. Из Астаны. Да. Ты у меня была, да? Да, вот, да, была, и вот девушка прервала нас, но ей, видать, было нужнее. Я начинала дышать, и потом прервалась. А, все, понял. Вот, я хочу подышать, чтобы вы мне уже сказали, успокойся, с тобой все нормально, или чуть-чуть помогли. Давай. Да, думаю, что со мной что-то не так. Ну, сейчас посмотрим. Все, дышит. Закрывай глаза, давай. Олеж. Вдох через нос. Так, я поговорю, ты глаза только не открывай, ладно? Я с подписчиками пока. А сколько стоит? Еще раз про цену я только в директ и на WhatsApp отвечу. Вот, а так этот, не хочу это озвучивать здесь. Еще. Позитивное, да. Я из Казахстана, да. Так, что здесь? Мы ее видим. В эфир без камеры не получится. Куда телефон прикладывать? Никуда его не надо, а то сейчас с Кашпировским на геморрой будете ложить потом. Вот. Я помню времена, когда Кашпировский лечил, геморрой прикладывали к экрану. Вот просто надо ставить, дышать и все. Ничего никуда втирать не надо. Записаться можно написать в директ, на WhatsApp. У меня данные есть в этом... На аккаунте все доступно, поэтому эфир будет потом на Ютубе, да. Без какого города? Я из Алматы, но я уже путаюсь, где я живу, поэтому я остановился. Почему я зеваю? Сопли, слезы, не от боли, а от зевоты. Нормально, зевайте, пусть это чистка. Зевайте, зевайте, это хорошо. Это сброс шлаковых энергий. Зевота, отрыжка. Муж в Астане работает, с детьми в другом городе. Вопрос, приезжает ли к нему детей в Астане, не он должен обучать. А знаете что? Астана, наверное, самый удобный город для того, чтобы обучать. Собирай вещи, езжай в Астану. Алия, я же тебя попросила. Эфир сохраню, да. Дыши глубже. Угу.
Давай сейчас я посмотрю. Первая. Есть. Вторая. Ты ровненькая. Сейчас посмотрю. Пятая, да? Интуиция чуть закрыта. Да. Да. Ты себе не доверяешь. Ты знаешь все ответы заранее, и ты себе не доверяешь. Научись прислушиваться к своей интуиции. Поняла? Индивидуально еще есть запись, да, если вы из Алматы и из Астаны. Когда слушаю прощение денег с левой стороны, это вы выдыхаете. Я в Алмате живу, но я постоянно летаю. Я летаю по... Ну, то есть, я вот сейчас начну летать, и я остановлюсь только где-то к маю, наверное, более-менее, и то я очень сильно... У меня график, я смотрю, плакать хочу иногда. Потому что очень много перелетов в этом году будет еще больше, и они становятся куда-то дальше и дальше, и, в общем... О, Вадим, приветствую. Я надеюсь, что я смогу как-то... Вот я сейчас взялся за здоровье более-менее, да, от мяса отказался, допустим. Я стал больше овощей кушать. После шести сейчас вот до сих пор не ем, но сейчас я стал позволять какие-то там небольшие вещи, типа яблоко там или какого-то маленького десерта вечером, но рацион мой значительно снизился, и я надеюсь, что это поможет мне легче переносить перелеты. Почему меня волнует по Ютубе, как я плакала? Ну, плакала, ничего страшного. Чем. Не знаю, всем кажется, что... Мне даже потом как-то писали, там, удалите, я не удалю. Я сразу говорю, это вот, если вы сюда попали на YouTube или в Instagram, я не удалю. Это было давно, лет 10 назад, свекровка купила женщину для чистки дома. Мы все стали закрытыми глазами, она ходила вокруг нас. Только я упала в обморок, ревела, но я там тянулась. Это сущность входила так. Скорее всего. Как дела? У меня как будто в ладошках что-то и ноги. Как будто, не знаю, то ли немею, то ли отсидела как будто. Ага, хорошо. Зайка 17.07. Это она вас чистила. Это хорошо, что у вас так все проявлялось. После этого же было очень легко и хорошо. Ёжики из нее пошли, да. Теперь вот здесь немножко. Где? Здесь как будто иногда в уши, здесь за ушами. Угу. Вы верите в гороскоп и нумерологию? Да. Верю. Вы таролог или что, я помню, записалась? Нет, не таролог. О, сейчас я вижу вас. Круто это. Вы кто? Так, Игорь уставший такой. Я это отдохнувший. Так, соберусь и буду дарить 20 шаров. Хочу к вам попасть, потому что не могу освободиться от этого. Приходите, поработаем. Кушать и дышать на сеансе сейчас... Кушать и дышать на сеансе не рекомендовал бы.
Сейчас я более-менее в ресурсе, знаете, но... Запись, какую запись? Что с тобой происходит? Ну вот все то же самое, как бы ничего такого серьезного. Вот в руках говорю какое-то не менее, и вот где ноги, вот выше колен, где ляжки, можно сказать так. Угу. Что вы с ним делаете, Досова? Ну просто дышим. Можно писать писем прощения, еще не решили. Все делайте одновременно. В ладошки вот как будто бывает же отсидело. Такое вот ощущение в ладошках, именно в ладошках. Как будто это вот Ну-ка покажи руки. Руки подними перед камерой. Видно? Сожми кулаки. Да, все, опускай. Дышать дальше. Да, вот, не, вот начинает неметь как будто. Вот, вот пусть немеет. А вот. Почему? Ага, хорошо. Дыши. Тут вопрос, почему, говорит, я плакса. Люди плачут часто из-за того, что очень много боли внутри, и вы не можете ее выпустить до конца. Ты выплакиваешь там две чашечки, потом типа я опять, типа со мной все хорошо. Потом, когда у тебя эти две чашечки опять накапливаются, ты опять плачешь, вот и все. Это надо просто прореветься один раз до конца. Стопы то вверх, то вниз тянутся, это круто. По-моему, у многих Инстаграм тупит, поэтому... Вот, поэтому не можете выпустить, и надо выпускать просто чаще. И как ощущение, я после 6 не кушаю уже с июня месяца, по-моему. И, ну, в принципе, хорошо себя чувствую. Как раз богатею, тебе приеду. Хорошо. Быстрее богатей. Пораньше приезжай. Крутая, после 6-3 года не ем. Вы считаете, то, что мы едим, пьем, это влияет. Руки, ноги дрожат, это хорошо. Выпускайте, это булки выходят. Это же лень, да. Не могу похудеть, это лень. Еще раз побудите вас. Так. Дыши, дыши. Постоянно перестань отвлекаться там, а? Помните вас, если делаю рабочего аккаунта, когда была в эфире, пойду в феврале, 12 часов. Я не я, хорошо. Я хочу прям плакать. Вроде кома, дети мои говорят, ты сильно, почему сейчас ты плачешь? Ох, это само понимание, какая-то апатия, к чему это? Просто продевись сейчас и все.
Теперь как будто в животе прям. Я роды не принимаю. Роды. Выпускай, выпускай. Ай, блин, я как будто вся немножко онемела. Давай, давай. Сейчас будет тебе, скажем, выдохом будет хуже и хуже. Здрасте, очень вас любим. Спасибо. Руки покажи. А, пускай пока нормально. Может ли быть блоки страхит? Так. Какую-то вторую беременность после первой. Какая-то боязнь просто. Конечно, может быть. Я подумал, как зуб вырвать не страшно. А после родов у меня такие блоки были, знаете. Как дела? У меня в животе все как будто онемело немножко. Угу. Давай, давай, дыши. Мозг выруби, пожалуйста, я тебя прошу. Ага. Давай, дыши глубже. Да, у меня мозг не отключается. Еще. Глубже дыши. На дыхании сконцентрируйся. Не тарахти сейчас. Вот так. Еще глубже. Выдох. Глубже вдох. Выдох. Но... Спасибо вам за теплые слова. Всем на Украину я пока не знаю. Давай, 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 дыши. Это хроническая усталость, по-моему, самая позитивная. Можно спросить, раньше у меня было много энергии, ее пить не стало. Короче, это... Ага, все, понеслась, давай. Да. Хрена с два ты теперь удержишься, давай. А ваш блог в YouTube-канале, ссылку можно узнать. Забейте Игорь Ким «Эмоциональная свобода» или просто Игорь Ким, и мои ролики выйдут, вы найдете. Пойду мясо пожарю, пожарю. Давай. Еще вдох. И вот так сброс шлаковых энергий, поэтому ну, это вы себя чистите, ее чистите и выдыхаете. Видите, руки вдули сворачиваются. Да. Я сейчас всю парализую. Дыши глубоко. Да, да. Это. И рот сейчас я никак, если, не имеет. Дыши глубже. Вот это вот магия. Да? То есть то, что руки сворачивают, это... Так, София, ты двойки G. Так, давайте так. Людей, которые хамят, я буду сразу этот заносить в блог, чтобы вы нам здесь кровь не портили. Может, он несколько лет прямо в эфире, София. Дыши, дыши глубже. Глубже дыши. Вот, вы это знаете, очень тяжело ей, да? И сидит, улыбается. Да. Ага.
Мизинцы это не прощение, это вы кого-то не прощаете, спорщик. Дыши глубоко. С гайморитами сталкивался один раз только, я не знаю, я дядьки убирал. Давай. Не сопротивляйся, дыши глубоко. Отпусти руки, пусть корежит тебя. Тебе будет хуже и хуже, дыши глубоко, пока эфир не закончился. Не тяни время. Давай. Еще. Когда будет совсем херово, плачь, поняла? У нее магия, это не сглаз. Давай еще. Угу. Еще. Еще. Я в эфире, да? Магия ты. Ты в эфире, дыши глубоко. Бля, ты запарила. Сейчас как дам в лоб прибегу. Алья, ты можешь эту батарею подсоединить? Я боюсь, что сейчас батарейка сядет. Там потихоньку подсоединить, чтобы я этот телефон стоял. Блин, меня прям сводит лицо. Мне тебя отпустить или что? У тебя правый глаз уже затикает там. Дыши глубоко, я тебе сказал. Да-да. Нет, я хочу, чтобы все это вышло уже. Ну ты когда же я это тянешь? Зачем? Все, я дышу. Это у меня сглаз, порча или что это у меня? Твою мать, я тебе говорю, дыши. Вот не торопи, поняла? Просто дыши. Да, все, дышу. Он такие вещи не верит. Это не я не верю, в смысле, я не хочу про это. Но вот это магия. Это. Там, кто рядом с ней стоит, принесите ей подушку, пожалуйста. Дайте подушку ей. Нет, я могу облокотиться, Тут. Подушку возьми, я скажу. Сядь нормально, ровно. Дайте ей подушку. Подушку возьми, я тебе говорю. Ты меня слышишь, нет? Да. Возьми подушку, ори туда прям, в подушку. Ой, мамочки, а можно я постукаю? Я просто не одна. Я сейчас эфир завершу. Прекрати, блядь, делать все по-твоему, задолбала уже. Ага, что? Возьми подушку, ори туда прям. Нет, если тебе смешно, давай остановимся. Нет. Ори, я тебе сказал твоему. Сильнее! Сильнее ретит! Еще! Ори, я тебе сказал!
Это ее защитная реакция такая. Еще давай. Это сильно слышно? Слушай, ты задолбала. Ты почему ты думаешь о чем-то другом? Ну-ка посмотри на меня теперь. На меня посмотри. А глаза можно открыть? Посмотри на меня. Угу. С открытыми глазами, да? Как-нибудь что-нибудь сделаю же. Легче? Легче, да. Я бы хотела поорать там, чтобы у меня все это вышло. Я просто не одна в комнате, ну, в доме, поэтому... Фух. Вы не думаете, что мне это как бы смешно, и что я ваше время трачу? Я бы хотела, чтобы все это... Я уже подумал, ты дыши глубоко. Я тебе говорю, смотри теперь сюда, слушай. Чтобы вы не обижались на меня. Ой, мамочки. Мне сейчас плакать. Не... Плачь. Ее не смущает прямой эфир. Ее смущает то, что вокруг дома у нее там. Нет, меня прямой эфир не спускает, как бы все же люди в теме, ну, как бы все понимающие люди, просто я не одна. Ты не тарахти, плачь, я тебе говорю. Выплакивай. Вот ты засмеиваешь, что тарахтишь, запарила уже. Простите меня. Выплакивай, это твоя, у тебя привычка такая. Давай, 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 давай. Не разговаривай. Все, все, все. Просто дыши. Ну, этот, все спало, как бы вот это вот, или вы прекратили со мной работать, ну, в смысле, вот это все немота такая. Дыши твою, я тебе сказал, замолчи сейчас, я тебе сказал. Сейчас не разговаривай со мной, поняла? Просто дыши. Ага. Это нам ее слушать тяжело. Представьте, что у нее в голове творится. Выдыхай. Теперь слушай меня сюда. Делаешь глубокий вдох. Закрой глаза. Глубокий вдох. И выдох из груди. И вот эта боль, которая в груди, выдохни просто. Выдыхай. Еще. 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 Как дела? Открывай. Легче тебе? А? Легче, говорю тебе. Что сказали еще раз? Тебе легче. А, мне легче. Мне легче. Ага. Ну, как бы все отпустило. Вы меня простите, мне правда, я не трачу ваше время, мне реально было это... Ты не торопи, ну, подожди. Остановись. Что со мной делать? Смотри, слушай теперь сюда. Давай я лучше поговорю. Я все про тебя уже подумал, что мог. Можешь не оправдываться. Поняла? Не, ну вы-то поняли, что я хорошая. Вы же это поняли? Ну, конечно, это же очень важно, что ты хорошая была. Я правда хорошая? Да-да-да. Короче, давай так, слушай меня теперь внимательно. Ты пишешь письма прощения и всех прощаешь, поняла? Это первое. Второе, возьми себе обет молчания хотя бы на двое суток или на сутки. Поняла? Вообще ни с кем или только по надобности? Это вообще ни с кем и даже по надобности ни с кем, поняла?
Телефоны, гаджеты все нахрен убираешь. Даже переписываться, чтобы нельзя было. Ясно тебе? А работа? В пятницу вечером ты затыкаешься. И в понедельник утром начинаешь разговаривать, поняла? Да, ужас. Угу. Ты очень много чего поймешь про себя, потому что ты все забалтываешь. Ты забалтываешь, засмеиваешь, и это у тебя уже привычка. Как только ты останешься сама собой, то у тебя будет очень много инсайтов. Ты очень много что для себя поймешь. Круто. Вы, вот у меня даже сейчас инсайт, действительно, я, наверное, вот это все говорю, все на хихихаха, да? Тебе быстро-быстро надо заговорить, чтобы себе, тебе кажется, что если ты много чего-то хорошего наговоришь, то ты оставишь о себе хорошее впечатление. И ты постоянно оправдываешься. Перестань оправдываться. Ты имеешь право быть такой, какая ты есть. Угу. И это хорошо. В этом нет ничего плохого. Вы мне скажите, когда можно будет вопросы задавать, а то вы сейчас уйдете, да. Я так и останусь. Да, давай. А то я уже начала молчать. Это что это было со мной? Во мне что-то плохое сидело, или что это было? У тебя это магия, это. Я не знаю, веришь ты в это, не веришь, я сам в это. Нет, я в это верю. Это магия, это влияние извне. Вот это руки, когда сводит, это магия. То, что тебе правый глаз вот так заплыл, это сущность. Видела, да, что? Потом нет, запись нет. Посмотри. Вот нет. Этот правый глаз. Правый глаз, он прям затекал вот так. Почему я тебе дал подушку, чтобы ты орала? Чтобы это вышло. Потому что потом бы вот так повело и так сидела. Потому что клинит потом троничный нерв. А. Это что значит, что во мне что-то сидело внутри или что? Я просто не совсем понимаю. Это когда тебе на смерть начитывают, это вот эта херня. Поняла? За что? Я, честно, я тебе говорю, как мне сказали, да? Я с этим сталкивался не в том плане, что вот так, чтобы понять, что это точно оно, я сталкиваюсь не часто. В смысле, магии сейчас много, но подтверждений этому очень мало для моего мозга. Поэтому не спрашивай, что это такое, почему. Я тебе говорю, люди начитывают, люди так делают другим плохо, и это вот так выходит оно. А оно вышло? Вы можете мне сейчас сказать, что оно вышло или как? Оно вышло, да? Просто смотри, магию делают не один раз. Вот один раз делали, сейчас мы сняли, да? Если тебе ее 10 раз делали, значит 10 раз будешь, надо сеансов. Если 2, то 2, 3, то 3. То есть, я тебе поэтому говорил, заткнись и дыши. То есть сейчас я чистая, да? Я не знаю. Сейчас мы вытащили одну, то, что вы вытащили. Потому что бывает, что я тебе говорю, бывает несколько раз, поэтому, это надо несколько сеансов обычно. Офигеть, как жить-то теперь с этим? Если знаешь, что у тебя внутри что-то. Я тебе не говорю, что у тебя что-то запарило ты. А может такое быть, что, например, вот я, извините за мою нудность, что вот из-за этого у меня не складывается личная жизнь. У меня вот реально личная жизнь вообще никак не складывается. У меня даже нормальных, вы первый раз спросили серьезные отношения, я даже не могу назвать, чтобы у меня были нормальные серьезные отношения, которые я могу такими назвать. Вот честно вам говорю. Может быть как-то связано? Смотри теперь. Магию делают по двум причинам. Или из-за денег, или из-за отношений. В основном этой херней страдают женщины. Поняла? Uh-huh. И, скорее всего, где-то был спор за какого-то мужчину, за которого тебя заколдовали. Боже мой. И все. Этой херней, еще раз говорю, только женщины страдают. Это 98% случаев женщины. Мужчины в это просто не верят. Ясно. Я всего двух мужчин видел, которые с этим сами делали.
Ну, то есть это может быть как раз взаимосвязано, да, личной жизни, вот это то, что... Это в основном таки связано, да. Вот, ну, ой, вы здесь еще? Я здесь. Ну, мне кажется, вот вы со мной поработали, и все, мне кажется, все, я уже прямо все. Выйду замуж завтра, послезавтра. Вот, поэтому это вот так чистится, да. Поэтому... Хорошо. Ну ладно, я не буду вас терроризировать. Я хочу вам сказать большое спасибо. И хочу я вам сказать, что что я все равно попрошусь к вам еще. Можно? Пожалуйста, вы меня как-нибудь тоже примите. Ну, не завтра, а вообще. Лови, стучись, еще посмотрим. Да. И всем еще спасибо, потом скажешь, что у тебя там. Отзыв потом еще дашь в прямом эфире. Да, да, да. Благодарю вас, Игорь. Вы действительно делаете добро. Спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания. Давай, пока. Вот. Побороть страх родов, ну, примерно так же можно подышать, если это она сама будет делать. Но сама, вот самостоятельно это можно делать только под, ну, в общем, должен человек быть, или как-то его там по видео можете это сами самостоятельно поработать. Ну, какой-нибудь чат WhatsApp, да вот. Даже лишь на такое. Поднял настроение своим смехом. Спасибо. Вот. Так что такие дела. В общем, смотрите, когда происходит такая чистка, человек, который это заказал, то пойдет возврат энергии просто. И тому человеку, который это заказывал, будет не очень хорошо. Это, ну, это нужно с человеком, да. Без меня вы можете это делать в Ютубе забейте прощение денег и слушайте и дышите. Вы крутой, спасибо. Мне желание подарить 20 шариков. Подарите 20 шариков, идите в... У вас похоже на технику Оша, вы читали. Я Оша читал, но техника это не Оша. Ну, как бы там... Я ходил на ошевские практики, смотрел, но это не то совсем. Это разные, совершенно разные. Хотя похоже, да. На холотроп, говорят, похоже. Хотя холотроп принципиально другой он вообще. Мне кажется, моего мужа магии через меня можно снять. Через вас можно, но это долго будет. Вы, ну, не знаю, в любом случае, потом в какой-то момент его все надо будет привести. Спасибо. Лицо горит, внутри все горит, после дыхания это нормально, это хорошо. Эта энергия пошла, это круто. Молодцы. Спасибо большое. Вот. Так что, друзья, наверное, будем спать. Вам большое спасибо, что вы вышли в эфир. Как я только в себя приду, я еще раз выйду в прямой эфир и поработаем. Кто хочет поработать в прямом эфире, в общем, поработаем. Завтра будут, следите за сторисами и за прямым эфиром, одну сессию мы снимем. Завтра будут съемки у меня в офисе и будем делать очень крутой контент для Ютуба. Ну, как крутой. Вот с сессиями, как вы привыкли. Вот. Могло на меня тоже повлиять. Могло. И можно спросить, мы подруги делали порчу. Могло повлиять, конечно. Вот. Так что завтра будут сторисы с утра, где-то с часов 10 мы начнем. Будет видео, будет прямой эфир. Один, как, ну, может быть, два, посмотрим. То есть поработаем. И весь день завтра будет 10 сессий индивидуальных в прямом эфире. В сторисах будете фрагментами смотреть, и потом будет в Ютубе, это все видео будет в Ютубе. Прошлые сессии, которые снимали в декабре,
Завтра я заберу материал и, в общем, тоже начну выкладывать в YouTube по одному видео в день, примерно там через день буду выставлять, и тоже смотрите. Очень интересно эти видео, для себя что-то найдете. В общем, такие дела. Дышите с героями вот этой программы, и будут прорабатываться ваши блоки. Вот. В общем, смотрите внимательнее. Всем хорошего настроения, спокойной ночи. До завтра. Пока.